шадав чавал мрежле буалда. Зе ава. Хуниндар бар, дейр бугар, дондохнор ява. Ава, пава. Халы гатал хагавыл, дото сахил. Ихыр дымшадул хагавыл, бага сахил. Ава, халы гатал хав, ихыр дымшадул хав. Юв. Эннов. Юнесч бое. Таржиман Царвач, Игин Таруша Ахад Угар Эрдамч, Инд, Инд Газарта, вот Инд Газарта Турсан байна, Инд Сарвден Хутул гэн нэртэй хэм, Сарвден Хутул, Сулярин Банзары Пята гэч нэр бала. А воня, ю сотник, угонь, то есть сотник, а воня пятьдесятник вэгаем, Ашабагатского полка гэч. Тэгэ Таржиман Царвач, Инд Турут, Захан байхада вот энэ тетер хадан дээр байгаагүй энд байсан байна. Усны зэрэгт. Нэг захан ус урсдаг байгаа. Захан байхдын авын нөө казах хүм хасах хүм байгаа тэр юунд харацэд сургуульд өгсөн байна. Дарж банзар байна. Үтэг тэр сарав дуулын хажуутай буусан саяхан бол тэр юунь байгаа юм. Урдын зончин гуламт гал гуламтаа түлээд үнсээ хүү нэг газар болдог байгаал да. Тэр үнсээр нь хэн хэний үнсв хэний буусв гэж хуу мөрөгддөг байгаад далаа дон бол тэр буус нь байгаа юм. Тэгэл өнөө харагдахын мэдгэцхий болчоод байна. Тэр үеэр л мөдөх хүнүүдээс асууж аваах нэ нилээ юм ондох нь тоош нь хаан нь нүтг нь байна гэж мэдгэдэг байгаа шүү дээ. Дорж Манзар уу угар уудняваат юу юу рослон биен намд үчээ юм. Тэр ши таван хүүтэй байгаа тэр Банзар Баргонов гэж. Таван хүүтэй. Нэг нь лама, хоёр нь лам байгаа юм уу? Тэгээд өнөө манай дочтой тэр Санжаа уу гэж хэн Жигмит Санжаа гэж. Вот потомки. Аханасын гарсан уршамтанд Санжаа юу нэг хэн цэвэг дурч, цэрин дурч, цэрин дурч хэн Санжидма ну байрлан бага эдин шивнэ потомки. Учатынг дасны 1773 онд баригдсан дасны суурдаар ирж шинээр 2009 онд фундамента таял дасна бариад дэндэ байна. Тэгээд цаашда хөлөө бол би энэ дор банзарын огой хүм байна. Тэгэхдээ санаандаа их байрлаж явж байна. Дор банзарын огой хүн хадаа гэд. Тэгээд би эжингээ талаар л болно. Тэгээд өр хүн авангаа талаар явдаг. Тэгээд ч үнэ эжингээ талаар дор банзарын хамаатан болно. Тэр чи юунд үнд авын илжээхдээ тэр хэн байсагал очиров гэж заменит хүн байгаа юм уу шүмтэ. Нэ дочтой нь муха нэг юм. Тэр ойрын харацаа дэлжсэн байна. Харацаа чи өнөө үлэгчин село. Тэнд 2 жил сурваа юм. 1833 онд. Тэнд 2 жил сурваад тэр сүүлэрийн Кяхтэр Трискасавское училище. Как раз тихо Ковалевское, в общем-то, эту юнда школу организовал для степи, ну, для бурятов. Ковалевский чуше видно ученый, поляк по происхождению. Ты это да дурун худы Казани руль десен беган. Да хайур худы сразу тогда Марильчев юнда тоже климат не подошел. Нихуня горы Будаевич хун юнда Бахшага цахет, турман, ну, в общем, исключили.
Торжбан зароган царавлже. Те дургелдетен. Тегеден школем не историй тохай хылхвалаха, тухы тохай хылхвалаха. Школенго сургулинга юбилей хикде. Тыр документ нот архив тархадым не хойр дат вега. 14 1914 14 гонда негдеге и 1900 19 гонда негдеге. Тегед оказывается 14 гонда негдеде. Ин школем не сургулем не как не как школа просвещения, а ин хасыгуд, манеш негорхо хасыгуд вегалда. Хасыгуды воинск поинасты не булдых. Писарь нуде и переводчик уды ядык школ бега, булдыдык школ весен бега. Иркутск-то джахататор, он разоблачал эти всякие судебные дела. Ну, борясь, где на юн таящим, ну, деху, интервьюшим, присвоение, коррупцией был, хода, то еще я вдогвигаем. Кабанск, чех, Баргаджин, чех, интер, тях, чех, интер, читы, чех. Вегад, Селингинск, ирет, тер, как раз разоблачал их, они ломба, юмдалык ломбацеренов. Ниндак лам вампелунгач. Тырха ере хорндах, в общем, какие-то дела, в общем-то, исследовал. Тигад Николай Бестужев десен бен. Николай Бестужев ере тырча их сан нухрулсан. Урген учёте варяван санда ува сорганда марабешелесе. Но даже манзары Вайсенгазар хорош санаты вейнов. И на карте Аллахом дим революционный ордыхи. Революционная карта. И это хо тур хочен Арсор Вучететер Чемуртаевск, уно Петропавловск называется, это Щекин, Лапшиново. Ты это мне учёте индич как раз ювен. Нех новый чотегич арсут вегаем. Новый чотегич. Болон сулерин болон чоте ола. Тетин низин чоте. Игет варясу чхо игет интер хутрар веда гуега. Как раз даже манзарова инды гыр но харол хасанате веда. Тетер хадын дэр ошан вайх ясагу ин шоусны зыргат индыл вэсэм ясты вайхэга. Инэн дэр картын дэр хайырныга юу вайна. Бэрэ вайсан зорух. Ин бих хунэгэ нэри нэрлулч. Мане учётэнё такта даржа банзарвэ нэрэмжэ тулсэгэ центральны улсэмнэ вэн. Сургулэмнэ даржа банзарвэ нэртэ. Тигет тур турсун газрасы нызахан нанханна шолу памятны тавяты памятник хэти тигет мунон хайыр зон жылен аян байрар памятникин шынушка шылсетинда бидни амгур хахыймы хыдылла инде даржыбанзарыынга турсун газрын алдын гой темдигүрсүн мана гавья. Саша был ходил, Юрин худи он дают синтеримне. Да, да, что ты ему школ да, даже банзаровые ему нырень вот сади, нырле. Тих где, будни да трамне, хода его и ведега, даже банзаровые мне, бакшнери дед сорголи, даже банзаровые ему ныри арлагч симбагат, сайдил, нырень вот сагат, тедне будни нер, будни Гавия, бедный Амгархул, был байншуды. Тем был тухте, который тем дегулял, индесил, и сильсим байнитер, даже ванзаровыйны, сай явдал. Юго-восточный ветер гонит стада туманов. Держи банзаров едет в черной коляске домой. Версты ямщик считает, длинные-длинные версты.
качается, засыпает, вожжи роняет из рук. Держит тогда запевает медленным голосом песню, песню старинных скитаний, Индия, Коби, Китай. Пустой колчан сломался, и тетива истлела. Отец, к тебе я еду. Порвался мой халат, и шапка износилась. Мама, к тебе я еду. Утренних крыльев свист, коршун взлетает. Вообще история нашего города, история очень большая, интересная, да, связана с Великим Чайным путем. Она ведется с 1727 года. Изначально город был разделен на два отдельных населенных пункта. Троицко-Савская крепость – это одна часть, и Кяхта – торговая слобода – это другая часть. История города, да, сама по себе очень интересная. У нас очень много знаменитых фамилий, и среди них, да, одна из первых, скажем так, фамилия – Доржи Банзарова. Доржи Банзаров получил свое первое образование, ну я так всегда говорю, первое свое образование получил в нашей Троицко-Савской русско-монгольской восковой школе. Учился он здесь с 1833 года по 1835 год, по сентябрь месяц. Эта войсковая русско-монгольская школа, здание находилось на месте этого здания. Здание музея – это в прошлом здание городского четырехклассного училища. Это училище было на месте, построено на месте войсковой русско-монгольской школы. Вообще в этой школе преподавание, то есть преподавали детям бурятских казаков, но казаков непростых, в основном детей брали десятников, пятидесятников и сотников, то есть это были далеко не простые, да, казаки. Обучали здесь русской грамматике, русской письменности, истории изучалась, география, плюс изучались основы буддизма и некоторые физические различные упражнения, вот как для служителей. Людей. И одним таким очень интересным экспонатом у нас является очень интересная книга Доржи Банзарова «Черная вера» или «Шаманство у монголов». Но здесь книга дополнена еще статьями о Доржи Банзарове. Статьи тоже интересные, пишут о том, как начиналась его вообще ученая деятельность, как он уезжает в Казань, и в Казани начинает, и в Казани вот первый, да, выпустил свою статью «Черная вера» и «Шаманство у монгол», то есть вот она тоже тут присутствует, ну а так вот о нем пишут как о выдающемся человеке своего времени, о Доржи Банзарове. Книга была выпущена в 1891 году в Санкт-Петербурге в типографии Императорской академии. Цензором этой книги здесь является Григорий Николаевич Потанин. Григорий Николаевич Потанин – это очень знаменитый путешественник, исследователь, очень большой ученый. Но вот они пишут, что он почему-то стал общаться, да, с простым народом бурятским, а хотя он же уже был такой большой ученый, да, а до 1851 года, по-моему, все казаки носили косы, бурятские казаки, а он приехал уже без косы, и он вот стал с этим простым людом водиться. И кто-то вот писал, я не помню где, что, скорее всего, может, его к корням как-то потянуло. Любопытно было бы проследить обратный переход Банзарова из европейцев в бурята, вот они как говорят. Это свершилось очень просто. После нескольких лет, проведенных им в Казани и Петербурге, в сухих ученых занятиях, вдруг он возвращается к своим вожделенным табунщикам. И там родной крови. Чудесная весна, Баргосской степи, краснощекая землячка и, наконец-то, Расун. Ага, вдруг сближает его с непременными условиями жизни степного монгола. И с той же минуты Банзаров весь принадлежал своим. Целый год он провел на родине. Так, ну тут получается, Сельский пишет, да?
Незадолго до своей смерти Банзаров позвал меня и с торжеством сказал мне: «Знаете ли, я удивлю вас. Я докажу вам ясно, что предки Чингисхана жили у нас. И где бы вы думали? В Баргузинской степи». Но как это, так и прочие его порывы и предложения остались ни при чем. Именно я в последний назначенный им срок пришел к нему за статьей о Чингисе и нашел его уже бездыханного и ламу, читающего над ним молитвы. (1836–1850) года. То есть это вот десятилетие, связанное с пребыванием в Казани, учебой в Первой Казанской гимназии. После окончания учебы в Первой Казанской гимназии, начало его учебы на восточном разряде Императорского Казанского университета. То есть вот события 1842-46 годов. Вот несколько строк. Ну вот, скажем, одно из писем Осипа Ковалевского, который датируется 13 сентябрем 1842 года, который он писал попечителю Казанского учебного округа, а тогда был очень интересная личность Мусин Пушкин, который сыграл ключевую роль в судьбах и в событиях появления первых бурятских учеников, 14-летних парней. Ну вот строки эти, которые писал Осип Ковалевский попечителю Казанского учебного округа. «Студент первого курса по разряду монгольской словесности Банзаров просит меня ходатайствовать пред вашим превосходительством о дозволении ему вместо турецко-татарского языка заниматься санскритским языком». Дальше. «Принимая в уважение, что Банзаров исповедует буддийскую религию, кои коренные книги были составлены на санскритском языке, и что Банзаров по окончании университетского курса, возвратясь на родину свою, может содействовать между монголо-бурятского духовенства распространению знания санскрита. Покорнейше прошу ваше превосходительство об оказании снисхождения и племенному желанию сего молодого человека, подающего прекрасной надежды на отличные успехи в священном языке индусов». То есть вот очень интересный такой историко-культурный рубеж. Вот показывать внутреннюю силу, желание. Да, несомненно, он изучил старо-татарский язык, еще будучи Первой Казанской гимназии, поскольку в период, когда он учился, то есть 1836-1842 года, как раз-то и преподавались основные восточные языки. Жизнь Дожи Банзарова, первого бурятского ученого, связана в том числе и с Петербургом. Не только с Казанью, где он получил свое основное, главное образование. Он там закончил Первую Казанскую гимназию. Кстати, это Первая Казанская гимназия, единственная гимназия в России, которая называлась Императорской гимназией. И закончил Казанский университет. Учился он, у него были прекрасные учителя. Это в первую очередь, конечно, Осип Михайлович Ковалевский, который тоже провел ведь 4 года. Он провел в Бурятии, в Забайкалье, ездил в Пекин, через Монголию. Он был основателем первой кафедры монгольского языка в Казани. И вот его учеником Ковалевского был Дорджи Банзаров. В числе других 4 учеников, которые были
направлены в Казанский, сначала гимназию, потом в Казанский университет. И только Дорже Банзаров с отличием прекрасно закончил университет. Истоки судьбы появления Дорже Банзарова и Галсана Никитуева Ламы, который сопровождал ребят, и затем Галсана Гамбоева, который появился в 1842 году, тоже лама, который, в общем-то, был духовным, религиозным наставником вот этих ребят. Ну, к этому времени, конечно, к 1842 году, тоже весьма уникальная личность Галсан Гамбоев, который сыграл ключевую роль только не только в судьбах Дорже Банзарова, не только в истории Казанского центра мангловения и буддологии. Он продолжил эту традицию уже после того, как в 1855 году перевели восточный разряд и создали восточный факультет Санкт-Петербургского университета. И в этом плане тоже Галсан Гамбоев оказался вот тем наставником, который сыграл ключевую роль в судьбе Дорже Банзарова. Потрясающе много. Он написал 16 работ. Притом это не такие какие-то маленькие фрагментарные работы, а очень такие базовые, которые до сих пор имеют значение, и к ним прислушиваются специалисты. А некоторые работы – это эвристические, это он был первооткрывателем. Вот. Он работает в Азиатском музее. Азиатский музей – это часть Академии наук. И вот Дорже Банзаров полтора года работает в Азиатском музее. И за это время он пишет очень много интересных работ и статей. Он занимается пишет статью о так называемым Чингисовым камнем. Сейчас Чингисов камень находится в Эрмитаже. Чингисов камень – это уникальный памятник монгольской письменности, монголо-уйгурской, вернее, письменности, который хранится в Эрмитаже. Вообще, это самый ранний памятник монгольской письменности, который дошел до наших дней. Он был найден в 1802 году на территории Хирхиринского городища. Хирхиринское городище – место в Южной Сибири, которое принадлежало братьям Чингисхана Хасару и Тимугай Чигину. Это два младших брата, которые, в общем, очень помогли Чингисхану в его завоеваниях. Особенно Хасар, благодаря его мнимому предательству, удалось объединиться войскам Чингисхана, заманить в ловушку Ванхана Кириитского и таким образом взять власть в одни руки. Говорится там о том, что когда Чингисхан вернулся после завоевания одного из народов, его внучатый племянник Исунке выстрелил из лука на 335 маховых саженей. Ну, естественно, что Дорже Банзаров читал и другие надписи, и вот можно еще рассмотреть пайдзы, которые тоже были им переведены. Что касается пайдзы, они сделаны из серебра. Одна пайдза имеет надпись золотыми буквами, вторая просто серебряная. Просто серебряная принадлежала сотнику, а вот золотыми буквами принадлежала тысячнику. Написано письмом квадратным. Основатель квадратного письма – это Пак Балама. Считается, что это письмо было основано в 1269 году и использовалось уже для
имперских документов, когда была создана династия Юань, естественно, при Хубилае нужно было вот тоже такое письмо, которое бы объединило и монгольскую, и тибетскую, и китайскую письменность. Ну, конечно, китайских элементов здесь никаких нет, здесь есть только тибетские и монгольские элементы. Пишется сверху вниз, как и в уйгуро-монгольском, вот, а буквы использованы тибетские. Здесь надпись гласит примерно так: «Силою вечного неба имя хана да будет свято, кто не послушается, будет убит, казнен». Эти пайдзи, они были своего рода паспортами в нашем понимании. Ковалевский обращается к попечителю Казанского учебного округа. Вот тут он пишет: «Вследствие ходатайства бывшего попечителя Казанского учебного округа, тайного советника Мусина Пушкина, действительно, он в это время ушел уже, я доводил до сведения государя-императора об окончившем с успехом в прошлом году курс наук в Казанском университете кандидате Базарове из Буряты. И спрашивал дозволение на вызов его в Санкт-Петербург для узнавания ближе его познаний и качеств». То есть на самом высочайшем уровне решалась вот судьба вот этого талантливого выпускника. И, естественно, требовали соответствующие чиновничьи структуры, Сенат, Министерство народного просвещения, Министерство иностранных дел и другие структуры. Кто же такой Базаров, Банзаров, и какими качествами он обладает? И вот его императорское величество предположение сие высочайше утвердил, соизволил. Вследствие сего покорнейше прошу ваше превосходительство командировать Банзарова в Санкт-Петербург по казенной надобности с выдачей ему взаимообразно из хозяйственной суммы университета нужные деньги на эту поездку. То есть вот 47-48 года, когда он попал в Петербург, и тоже это событие имело исключительное значение. Одно произведение появилось в Петербурге раньше, чем туда приехал Дорже Банзаров. Он приезжает в 47 году, а уже в 46 году появляется в «Северной пчеле» в разделе «Фельетон». Статья анонимная, никем не подписанная, но эта статья была Дорже Банзарова о «Белом месяце» или «Праздновании Нового года у бурят». Очевидно, предполагается, что знакомый друг Дорже Банзарова каким-то образом был с ним связался, попросил его. Вот. Но это была не перепечатка предыдущей статьи Банзарова, которая появилась в Казани в Вестнике Казанского университета. Она была немножечко изменена, немножко отредактированная. Вот. Но, тем не менее, вот этот факт, мне кажется, интересный, что статья появилась несколько раньше, чем туда приехал Дорже Банзаров. Итак, в Петербурге он провел почти 2 года. Еще одна работа, которая очень важна и ценна и для того времени, и сейчас, и особенно для манчжуроведов, это каталог манчжурских книг, который он составил, вот, работая в Азиатском музее.
Дело Департамента народного просвещения. По представлению иркутского гражданского губернатора о обозрении им забайкальских училищ и о том, чтобы воспитанники, окончившие учение в третьем классе Троицко-Савской войсковой русско-монгольской школы, способнейшие и изъявившие желание, были уволены для окончания курса гимназии в Казань и содержались там на счет университета. Тетрадь. Чистописание учеников Троицко-Савской войсковой русско-монгольской школы. Живет он в то время в Столярном переулке. Столярный переулок – это переулок, который долгое время, в советское время, назывался улицей Пржевальского. Сейчас ему вернули прежнее его название – Столярный переулок. Это недалеко от Казанского собора, так что, наверное, даже Банзаров пешком ходил и до Эрмитажа, и до Кунсткамеры, и до Азиатского музея, до Сената, конечно, где решался его вопрос все это время. Правы, что один из первых, скажем, бурятских ученых, интеллигентов, ну, такого европейского уровня, что ли, уровня. Понятно, что были, вот когда приглашали первых мальчишек, там были свои социополитические установки в рамках вот той политики имперских властей. Но Осип Михайлович Ковалевский проводил, и это заметно вот в различных документах, совсем иную традицию, с тем, чтобы создать совсем иные условия, с тем, чтобы кроме классического буддийского образования буряты и как бы формировались на базе вот тех европейских образовательных традиций. Уже современники четко дали высокую оценку и выделили некие очень ментальные характеристики Данжибанзарова и через Данжибанзарова о бурятском народе, скажем, о трудолюбии, об очень упорной борьбе за не только существование, но и получение такого классического образования. Он стал известен не только в среде российских востоковедов Казани, Петербурга, он известен и в истории европейского монголоведения. То есть в этом плане роль и значение, фигуру Данжибанзарова можно рассматривать в контексте вот тех монголоведческих, буддологических исследований, ну, скажем, первой половины XIX века. И Данжибанзаров, на мой взгляд, занимает одно из достойнейших мест в летописи истории российского монголоведения, буддологии и европейских монголоведческих и буддологических интересов. И, может быть, чуть-чуть приоткрывает какой-то такой занавес вот к моменту его такой скорой кончины. Все-таки действительно 33 года это очень мало для жизни человека. Сохранилось одно воспоминание, которое подписано Н.П. И один бурятский исследователь даже попытался узнать, кто это такой, и предположил, что это Попов. Попов одно время был однокашником Данжибанзарова, знал его близко. И вот он описывает такие моменты, что иногда Данжибанзаров при стечении своих друзей мог вдруг замыкаться, вдруг начинал там что-то напевать, издавать какие-то звуки, и потом видно,
видно было, что он входил в какое-то такое экстатическое состояние, и в нем он мог пребывать 15-20 полчаса, и потом также вот постепенно выходил из этого состояния. Вот. Так что вот можно как бы сделать предположение, что может быть, какой-то Дожи Бонзаров владел каким-то сам, описывая вот черную веру шаманов. Может быть, он сам владел в какой-то степени и этим тоже, вот, нельзя сказать, искусством, этим даром. Вот, и этот дар как раз повлиял вот таким образом на его жизнь. Он сохранил вот эту свою веру. То есть практически некое сплетение буддийских и шаманистских верований, ритуалов. И в этом плане, конечно, мне кажется, он сохранил вот тот, то есть чисто веру, буддизм. Ну и, конечно, то, что характерно, скажем, для монгольского буддизма, шаманистские начали, то есть сплетение вот этих очень традиционных, значимых для тюрко-монгольских народов верований. Он сохранил веру своих предков. Первый – это, конечно, желание учиться, некая такая очень внутренняя личностная целеустремленность. Ученый, труженик и вообще честный, красивый человек, который сам себя формировал. Интересный тип личности, устремленный в будущее. Я думаю, что первый вопрос, который бы я задал, вот что вас подвигло уехать из родных краев и найти некий вот рубеж, место в Казани? Вот что вас подвигло сделать вот такой достаточно серьезный шаг? Ну и второй вопрос, я думаю, тоже он и для меня, в частности, значит. Вот каков был бы план вот научных исследований, какого-то фундаментального, фундаментальной работы? То есть меня вот интересует, что его привлекало в будущем, какая тематика? Ну и какого рода вот проекты, которые он хотел бы реализовать, если бы остался, например, в Казани? Конечно, можно предположить, что этот человек, с одной стороны, обладал очень сильным характером, потому что что такое, вот я представляю, для бурятского мальчика, который приехал в совсем другую среду, в другую атмосферу, в первую казанскую гимназию, другие дети, другой менталитет, да, и он прекрасно заканчивает казанскую гимназию, он прекрасно учится. Единственный из четверых, он блестяще показывает результаты. А это же стресс, большой стресс для любого, наверное, человека, который в другую среду попадает. И вот Дожи Бонзаров, значит, с этим справился. И он блестяще заканчивает университет. Вот про личные черты вот могу только догадываться по его таким вот успехам, блестящим успехам. Вот всегда говорят, что да, замечательный, да, первый бурят, имевший высшее образование. А тут вообще-то было с высшим образованием, наверное, единицы. Ну, тем более с гуманитарным. У нас же где у нас? Только в Казани можно было учиться. Петербург, все, Москва. А мы с вами находимся рядом с историческим зданием Иркутска. Это бывшее управление канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири. Вот, здание построено было в 18-м столетии. Вот, вероятно, сначала было какое-то частное, но потом его город выкупил и в нем устроили вот эту канцелярию. Собственно говоря,
Тут в шаговой доступности резиденция генерал-губернатора была, и поэтому вот Доржи Банзаров, поскольку он с начала 50-х годов работал в канцелярии, вот генерал-губернатор тогда был Николай Николаевич Муравьев Амурский, известный очень государственный и деятель, известный дипломат. У них были достаточно нормальные, хорошие отношения. И вот говорят, что на Доржи Банзарова писали доносы, какие-то подметные письма, но, в общем, нет источников, что губернатор как-то к ним прислушивался или как-то на них реагировал, так сказать, во вред вот, Доржи Банзарову. А Доржи Банзаров оказался здесь, он приехал сюда из Казани, оказался здесь, вот, судя по всему, в 1850 году и вплоть до своей смерти, до 1955 года он здесь прожил и проработал. Сначала у него был чин секретаря, а вот даже уже здесь, находясь в Иркутске, ему был присвоен чин титулярного советника. Основная его деятельность, видимо, ну, это документооборот, то, что, чем он занимался в канцелярии, и вопросы, связанные с коренным населением, то есть с бурятскими районами, да, вот, поскольку известно, он часто ездил в командировки, в том числе и в Кяхту отсюда ездил, и в Верхнеудинск, и, значит, здесь вблизи Иркутска. Вот эти длительные командировки, которых он нарешал какие-то вопросы, значит, так сказать, региональной власти. В то же время вот, он не оставлял и ученых занятий. Вот, ну, хотя так вот, судя по источникам, конечно, у него было, может, не так много возможностей для этого. Вот, ну и, может быть, и какая-то депрессия определенная была. Многие вот, авторы указывают на то, что, в общем-то, он был оторван как бы от университетских центров, у него не было здесь круга общения такого, ну, интеллектуального, что ли. Поэтому, конечно, ему было, наверное, тут вот вдали, в отрыве достаточно тяжело. И, говорят, то есть, вот, судя по источникам, у него была нелегкая бытовая жизнь. Жил он здесь недалеко, вот, центральная улица Иркутска Карла Маркса сейчас, тогда называлась Большая. Снимал дом, и это здание не сохранилось. Как я сказал, даже Банзаров здесь не оставлял, в общем-то, ученых занятий, и вот в своих командировках, поездках он, видимо, собирал материал для каких-то научных исследований. В частности, вот занимался он расшифровкой надписей на камнях, ну, это монголоязычные, он все-таки был знаток многих восточных языков, и маньчжурского, и монгольского, тибетского, да, и поэтому вот, ну, это тоже считается, что в этот период времени он как раз какое-то время мог уделять этим ученым занятиям, вот расшифровкой, интерпретацией этих надписей. Ну да, это известный случай, что он пробыл там около 10, что ли, дней на гауптвахте. Вот, но как, не знаю, я не встречал в источнике, значит, причины этого. Вот, либо, значит, какое-то своеволие, там, я не знаю, или исполнение, значит, каких-то приказаний по своему усмотрению. То есть, ну, известно, что человек самостоятельный был, взгляды были свои, поэтому вполне может быть, что это была причина. Вот. Значит, в Иркутске существовало отделение, Новосибирское отделение Российского географического общества, очень важный такой, как бы, научный институт того времени, все-таки, знаете, вот рядом сопредельные страны Востока, все это нуждалось в изучении, это вообще было чистое поле. Поэтому университета здесь не было, высших учебных заведений в Сибири тоже в это время. Поэтому вот географическое общество в этом плане, оно было очень важным таким институтом. И даже Банзаров, как известно, он ведь был член-корреспондентом общества. И здесь он общался с местным вот этим отделением,
участвовал в заседаниях. Правда, говорят, что не так часто это было, но, вероятно, в силу занятости. Вот, поэтому, конечно, он контактировал. Опять же, судя по литературе, вот те описания, которые мы имеем, сделанные профессором Санжиевым Буинто Саньсаковичем и профессором Петровым, вот, тоже он не находил какого-то понимания у членов географического общества в Иркутске. Вот, может быть, там интересы не сходились, либо какие-то другие. Ну, в общем, не находил он, видимо, круга общения по своему уровню, я так полагаю. Здесь был еще значит, местный, как сказать бы, глава церкви, вот, архиепископ Нил. Он был известен как знаток монгольского языка, и вообще, вероятно, так сказать, естественно, общение у них были. Но, опять же, судя по вот тем исследованиям, которые имеются у нас, значит, у них встречи были какие-то беседы, но вот взаимопонимание достигнуто такого стопроцентного не было. Опять же, по-моему, Санжиев писал, что это произошло потому, что значит, Нил стремился обратить Дарджибанзарова в христианство, а тот, значит, смотрел на это несколько иначе. И, в общем, это как бы, вот, судя по этой литературе научной, это было, значит, предметом их противоречий, и вот так сказать, но, значит, не сложились у них контакты в результате. Хотя Нил вполне, так сказать, подходил, как говорится, как интеллектуальный такой, ну, как собеседник, как коллега там по ученым занятиям, они были, так сказать, друг другу близки, были бы, если бы было возможно их, так сказать, тесное общение вот так. Мені нерц дипова Юля. Бі буряде туручен урдентин, держи банзарове турцин дзидин емеге доду чоте гэч нэкнютка скарсим болнав. Бі унгурсин дзун улану дым бігуге восточный студ дургуч филолог востоковед гэсэн спецяліст тэгара. Хэтыт карейба ангэрхону дэдзэч дургэв. Хэрэй муно бі держи банзарове сурсин Казанин федеральный университет магистратур сурженов. Хойр жилы сулыр хитыт хылны бакшы болы чыккархов. Дыржы Банзаров буря дэрді муханы худжылгыды ехы урго ору улсын бэн. Дыржы Банзаров орынго турсын гыры орхич, юмнес энгугор онды хоты ерыч, бұе эрді муханда дзырюла. Инын намай ехы дзырып жулдык. Би орыго научны талда жылхыр харнугыв, харин цашта дыржы Банзаров эмурор явхы хун мноны уйын залучлаз алдыхы гыч нэд дженыв. Тихде буде жертвтун держи банзарвыннер нэгза мартыгдыш бэхда намды ехы хайрын бэдык. Мноны уйын залучыл держи банзарвы тухай ба тырны тырцакты хисын явдыл тухайн хоул муды жевхыл бэгалда. Юндып гыхыды, цхын хылхыды держи банзарвы ехыл уханты цырыкты хун бэгагыч, тырны нэгыч хун мартыхы ясугыл бэха ястэгыч бисанхыл бэнавда.
бючхи чихил выл бое, а эвыл бухил. Элгоч, ханил сын нухудо гамна чьева. Хато чулу тхах цохих чадалтэвэ, бодун чулу ботартар цохих зүрхтэйева. Бодан мананда тоорингуй, тоонтан ютагэнга зүргэм артынгуй. Эжинга юрол зүрхэндо хадагалч, авынга захя уханда токто чьева. Элго? Элгов. Ховум, мини мурор явхач гэж саннов.